Ну что ж, друзья, мы добрались до задания от киностудии, и это у нас... Звучит оно так. Это испытание детище Шармы Сальсы. Приезжайте, проезжайте через контрольные точки, чтобы получить 5 секунд дополнительного времени, менять машины. Большие ставки, большая прибыль, уверена, Шарма. 30 секунд вообще. 18 тысяч дают. Ну что ж, мы принимаем за вызов. Да. И вот. Попробуем. Я так понимаю... Как там мой любимчик? Отдохнул, надеюсь? Помни, ехать надо быстро. И главное, не прекращай снимать. А, в общем, не помню, снимали ли мы... Налево. Вот это все? Да, вот это. Не, мы не снимали, мы, в общем... Мы встретили эту бабенку. Да. И она нам дала GoPro-шку, чтобы мы снимали для свои нее... Свои приключения. Да, приключения, ездили, и таким образом зарабатывали денежку. Ну, как бы... Налево. Интересно. Следующая машина, стой. А, вот она. Так, теперь сюда сесть? Да. Оп. Так. Мужчина, уйдите. Давай. Да, мы вам поможем, но подождите, у нас съемки. Время направо там, да. Время маловато. Ой, ой, дерево. Деревце. Слон. Обижай слона. Лучше обижай. Ничего страшного, это не носорог. Так, ну еще 13 секунд. Где, ну, где? Вон, прямо, прямо. Потом налево надо будет повернуть. Давай, 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 газуй. Газую. Оп, 7-6. Ёперный театр, его так кидает. Ай-яй-яй, финиш, финиш, давай, вижу, давай, вижу, 7 вижу, секунд. Вижу, вижу. Ну уже. Успеваем. А, 3, успеем. 2. Да. Отлично, я даже в воду не на свалился. На грани. Какие мы молодцы. Ну что, 18 тысяч неплохо? Ну да, сойдет. Итак, мы прошли это боевое задание, мы такие молодцы. Да, давай отправимся теперь на основное наше задание. Так, давайте еще раз посмотрим, где оно. Буковка Б. Пометим его. Итак. Можно отсюда доехать прям. Да. Странно, а почему это задание висит? Причем тут столько событий происходит. Параллельно, ну, основной, да, миссии. Машины проезжают. Ух, какие-то. Ух. А, вон стычка. Так, только не надо. Прямо стычка. Вижу, вижу. Вон он. Только по-своему у нее там. А, не, я его вижу. Ты сказал? Все? Да? Да, прошли. В общем. Плюс 50 к карме! Ну, мужчина, дайте мне вознаграждение. Извини, мы можем поговорить? Можем. Конечно, можем. Только о бабах. Все, он дал тебе значок и пошел. Если бы не ты, я не знаю, что бы со мной было. Посмотрите бешеная на нее. Да. Какая горячая женщина. Бешеная. Это Джей Ло. Давай. А, не, по заднице не похоже на машину на и поехали. Ну, женщину обыскать. Да, а, за... женщину у нее мыло обыскивать было по законодательству. Садись на машину. Ладно, ты пробежал машину. Давай, давай. Все, поздно. Мне было проще. Кстати, это сделали до тебя. Я знаю. Я просто... Ну, бери, бери его. Растянул удовольствие. А, да, по-моему, перья этого стоит. Сокола. Да, нормально так стоит. Или кто это? Сапсан? Самса это. Черный орол. Давай уже тогда на задание беги, а там машину по пути найдем. О, какой я экстремал опасный. До последнего, русский мужик до последнего стоит перед зверьем, смотрит ему в глаза. Да я голый на медведя ходил. Пожалуйста, теперь можно создать предмет. Подожди, показалось что? Тебе показалось. Давай, создаем предметик. Ну вот видите, как бы в игре параллельно получается очень много всяких побочек можно сделать. Да, вот теперь сделали взрывчаточки, можно больше тягать. Не помнишь, где я автомобиль оставил? Я бы вниз бежал, и там по пути бы. Ну вот, давай есть. Уже возьмем все. А то нас отвлекла эта карма. Потом носорог. Да. Орел. Орел, носорог. В общем, здесь можно... Миссию не выполнять, а просто с орлами, носорогами. А вон еще, кстати, кабанчик, по-моему, бегал. Нет, то свининый кусок. Ну, ты помнишь, мы когда свинину убили, нам зачли это как кабана? Да ладно. Да. Ты что, не помнишь, что мы сразу сделали какой-то предмет? Хм.
Ну, во всяком случае, мы знаем, где их искать. Возле лагеря, по-моему, они были там где-то, да? Возле первого аванпоста. Орел. Я знаю, я орел. Воробей. Капитан Джек Воробей. Орел. Куда-то налево. Карточка. Да, все правильно. Собственно, давайте выйдем тогда. А что, не едет там? Не, можно. А, вон. Все. Увидели. Тут просто... То есть это не шоссе. Да, это тропинка. Не шоссе. Мне очень нравится, как машина в занос уходит. Да. Прям вот ощущение, как будто реально ты управляешь ей. Ну да. Виляет. Упс. Да. Пришел почтить память мертвых. Ну и зрелище. Я никогда такого не видел. А я не видел, чтобы кто-то носил с собой прах матери. Скажи, моего отца хоронили так же? Я их не помню. Но с тех пор золотой путь расколот. Если бы он пал в бою, все было бы по-другому. Только вот... его убили. Так, стоп, убили? Как это? Кто? Я знаю только, что его убили в его же доме к востоку от Банапура. Может быть, там ты сможешь узнать больше. Но будь осторожен. Там теперь правит Нур. Я пойду. О, да тут еще клад есть. Дневник Маханагейл, отца. Хм, пустые? Бедненько. Появилось. Ну что, у нас получается есть теперь на выбор два задания. Ты денежки даются. Денежки, ты с трупов денежки забираешь. А, да? Какие полезные. Я тут думал о своем международном имидже. Кажется, мне нужна публичная поддержка знаменитости. Ну, Денниса Родмана, например. Или может выкрасть Бекхэма и выставить против него моих лучших молодчиков? Нет, старого. А, тогда поп-звезду? Дженнифер Лопес спела у Туркменбаши на дне рождения. Значит, и я могу заполучить какую-нибудь гаснущую звезду. Канни Уэста. Читаешь его в Твиттере? Рекомендую. Я был бы не прочь с ним поболтать. Читаю его только в свитере. Да, забавный, конечно. Пейган Мин. Давай посмотрим на карте, куда Король нам лететь. Пират. Ближе. А я вот вообще летел на Y. На Y? Мне показалось, что там было Y. Ну, было, он, видно, дальше гораздо. Ого. Ого-го. А где Сэмюэлс? Или как Сабал. Вот? Сабал. Сэмюэлс. Можем на Сэмюэлса, Сабала. Давай на него поближе. Что-то... И давай по пути вот на эту вышку. Смотри, там, по-моему, захватили, да? Ну, да. Ну, давай тогда ставим здесь отметочку. Да, на эту вышку по пути к Сабалу. Сабал. Сабал отсюда. Далеко, конечно, находится следующий. Это мы захватили, да? Да, да. Или... Ну да, похоже, что... Это мы... Чё? А, ну да. Мерцает зелёненький. Какая музычка играет, успокаивающая. Да это вообще дзен. Да, виды здесь, конечно, достойные. Смотрите, какие пики. Да. Что? Это что было? А, это ты... А, это я чуть-чуть... Чуть-чуть перегнул. Превысил высоту допустимую полета. Конечно, здорово сделали они вот это вот перемещение. Это что съедно? На вертолете. Ну, о, тут неизведанная территория есть. Назад, если вернуться. Вот это? Нет, назад вернись. Куда назад? Вот назад просто вернись. Там будет вопросительный знак. Подожди, шею сверну. Ну, присаживайся здесь. Тут уже до вышки недалеко. Вон, видел? Справа где-то. Сейчас. Наверху? А, в пещеру, в пещеру. Вот. Я же собираюсь. О, смотри. Овечки? Кто там? Сейчас, по красоте, на вкус.
Заходим. Хочу себе такой вертолет. Собери сам. Логово тигра. А я бы тут обыскал сундуки эти. Там, может, сначала тигра? Да ну... Обыскивай, не жалуйся. Фонарика здесь нет? Есть. Он сам включится, когда надо будет. Посмотрите, чем он питается. Вот, там, кстати, там ствол был закрытый. Где? Который у нас заблокирован вот тут вот. Нет, слева. А, нет, показалось. Записка. Читаем. Дорогой брат, я так рад получить от тебя весть. Я знаю, что между нами не все ладно. Конечно, я готов встретиться, но нужно соблюдать осторожность. Деплер назначил меня капралом. Нас не должны видеть вместе. Я знаю безопасное место недалеко от чайной фабрики. Есть пещера. Встретимся там во вторник ночью. Твой брат Сетиш. Ага. Видимо, вот это Сетиш. Встретились. Да, встретились. В логове у тигра. С тигром. Пещерку. Как мне нравятся эти пулеметные очереди. О. А где же тигра? Тигра, наверное. Флешка. Сапфиры. О, вот это 22 косаря. Тигра где-то супер. Бегает. Давай, бегом отсюда тогда. Раз тигра нет. Сейчас. Ну как? Та-да-да-да. 22 косаря, я думаю, это интересно. Да. Блин, нельзя взять. Ну что ж. Летим на вышку, только я думаю, не надо повторять моих подвигов. О, кабан. Еще одного следующего сразу же. Отлично. Я думаю, этот нам уже не нужен. Ну так просто. Пусть разгоним наших. И теперь у нас, похоже, будет колчан. Или что у нас там? Нет, не колчан. Рюкзак. Да, ты уехал. Да, вот это, кстати, не очень хорошо сделали. Да. За ними надо бегать по всем склонам. Ты что, они скатываются? А как мы с кабаном боролись, нет? Ребят? А, да, слушай, все. Видишь, я же говорю, это кабан. Пишут, шкура свиньи, когда его берешь, а да. Тут шкура кабана. Собственно, ура! Вот, о! О, это рыба мы поймали как раз. Да, еще две надо. Рыба-демон. Наконец-то у нас будет побольше рюкзак. Да, и мы сможем без потерь собирать. Да, без ущерба своему кошельку. А то бывает иногда так неприятно, наберем вещей, собственно, а они не берутся, а просто пропадают. Да, когда особенно шкуры, вот мы находили тогда свиней, кабанов, волков, они нужны нам были. Убивали их и как бы... Он вроде бы их брал в рюкзак, но на самом деле они там не сохранялись. О, смотри, снизу еще одна вышка, да, была. Где? Вон, вот там вдали, вон, смотри. А, ну это может не вышка даже быть. Ну что? Да нет, я думаю, не стоит. Давайте. Попробуем все-таки, да? Тут видишь. Ну, удачи. Это он специально так. Блин. Я же говорил, не надо повторять. Не, просто он сам как-то срывается. Да, то есть, ну, тут просто... Благо, что мы здесь оказались. Посмотри, там близость. Враги. Сейчас сядем. Кустик. В общем, это наша фирменная фишка теперь. Таким образом захватывать вышки. Так, ну что, ты отмечаешь его? Да. Второй из-за здания пошел, я видел. Да ладно. Их, я думаю, двое. Бери, наверное, лук. Немножко непривычно оно это берет, конечно. Да и я хотел все время крестиком этим переключаться, и поэтому постоянно на C4 или мину. Вон еще, вон идет снизу один. Кстати, ты можешь подойти к нему в спину. Вот пока они друг другу спиной стоят. Спрятаться в тех кустах и... Очень красиво убить. Сейчас я их и так красиво убью. Нормально так они охраняют тут. Что ты говоришь? А мы будем переоформлять право собственности.
Давай вот этого убей, который там. Или в спину к нему зайди. Там еще один. Выхвати пистолет и расстреляй всех остальных. Давай в кусты в те, они тебя, ну, только по-тихому. Я пытаюсь по-тихому. Когда будешь убивать, нажимаешь... Прячься в кусты, прячься в кусты. Да. Когда будешь в ближнем бою убивать, ну как, нажимаешь кнопку прицеливания, и он выхватывает пистолет. Да, я думаю, не будем придумывать велосипед. Давай, огонь. А, нет, было в рукопашку, он спиной стоял. Ты уже сказала нет, когда я отпустил. Выпустил стрелу, кто там? А, свинья? Да. Свинья, свидетель. Свинья. А мы не оставляем свидетелей. О, еще один. Вон, идет. Идет такой, все прогуливается, значит, тут. А тут стрела из-за угла. Ой, двое, стой, пропусти. Заднего убирай сначала. Подозрительный. Чтоб он не начал. Блин, где атаку. Он? Сейчас он выйдет вон он. Давай, и теперь этого. Все. Не, либо... не хрен. Стрелы радуют. А вообще огонь. Так, давай на вышку. Помощь там где-то внизу кричат. Ладно, давайте захватываем эту вышку. Да, вот смотри, вход, по-моему, был. Отсюда, да? А, нет, зайдем через двери. Стрелы забрали. Не-не-не, да. Надо там, где веревки. Да. Не понял. О, бей. Надувай. О, кия. 4000 денег взяли. В ящиках нормально так лежит. Так, нам, наверное, сюда. Да, по ящикам. Так как ты. А ты вот эти сломай ящики. Да. А, заложники. Блин. Ну блин, а, вон лестница сзади. Стой. Куда ты вышел? Где внутри? Здесь внутри? Да. Вот. А, господи, какая она неприметная. Заложники какие-то появились. Давай, лезь, отжай. Это вот там? Да, вон. С той стороны. Не успею. А, вот. Да вот, смотри, тут пройти надо. Не, тут нельзя идти. Надо обходить. Все в порядке, под контролем. Интересно мне, заложников успеем спасти или нет? Ну, сейчас мы это, Уралу отключим. Ну да. Ёпсель. Да. У нас проблемы. Надо обходить. Давай. Отлично. Ну все, пусть он там болтается пока. А. Ну его надо освободить, наверное, будет потом. Ну, я думаю, он связанный не пойдет дальше. Разгоняемся и прыжок. Что-то как-то у меня. Перепрыгнул, да? А у меня такое было в той части игры. Я прыгал, а потом скрипт срабатывал, и он как будто скользил. Подожди. Ну чё, пробить? Да. Ящик возьми справа. Ящик прям? Да, весь. Кстати, мужик так и стоит, его еще освободить придется. Освободи. А, там пришел враг. Да? Блин. Ну-ка посмотри, этот живой еще? Да. А вон он бегает, видишь, снизу враг? На мини-карте. А. Да. Он там что-то бегает, подникует, его походу жрет кто-то. А, или баба его. Баба вот, его веревка жрет. Сзади тебя. Ага. Конечно, мне нравится на самом деле, как они делают эти вышки. Каждая по-своему уникальна. И
забираться на нее это прям целое событие. Ну, да. Причем, чем ну, больше ты проходишь и дальше по карте продвигаешься, тем сложнее вышки. Заткнись, агит-машина. Отлично. Что ж, друзья, на этом серия подходит к концу. Мы с вами увидимся в следующих частях прохождения игры Far Cry 4. Подписывайтесь, не забывайте комментировать наши видео. Обязательно заходите в группу ВКонтакте и ставьте лайк под нашими видео. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.